Перед началом представления гостей ждала праздничная церемония, эффектное световое шоу и приветственное выступление директора театра Петра Аникина, который вышел на сцену в образе капитана корабля и рассказал зрителям о ближайших планах театра. До конца этого года на нашем корабле вас ждут еще три премьеры. Это комедия французская «Странные соседи, мадам Пишон», и ставит ее известный вам режиссер из Петербурга Андрей Максимов. Его спектакли с успехом очень долго идут на нашей сцене. Это «Дама Пик» по произведениям Александра Сергеевича Пушкина, и тоже известный режиссер, тоже из Питера, Геннадий Тростенецкий. И в конце декабря вас ждет еще одна комедия. У нас очень интересный проект с итальянским режиссером Паоло Ланди. Это «Голодранцы и аристократы». Спектакль «Вечера. 12-я ночь» или «Как вам будет угодно» поставлен по пьесе Уильяма Шекспира в режиссерской версии Олега Рыбкина. В постановке режиссер постарался задействовать все новшества театра. Эффекты света, звука и манипуляции со сценой. Кое-что из того, что мы обычно показывали как профспектакль, да, вот, в этот спектакль «12-я ночь», который будет сегодня, вот мы попытались задействовать по максимуму некоторые возможности, которые теперь получил театр. Эй, хватай, жизнь за хвост! Отныне спектакли на родной сцене будут идти 6 дней в неделю, кроме понедельника. Репертуар порадует любого зрителя. Дина Володина, Максим Галат, Москва.